Всем добрый день. Сегодня у нас 10 апреля. Зарыбим спортивную форельку. Вернее, то, что от нее осталось. Вот. Ну, вроде бы нам обещали машину прийти. Может быть, вторник, среда с рыбой. Ну, конечно, не со спортивной. С такой нормальной, крупненькой. Вот. Так что будем ждать. А эту сейчас высыпем в водоем. Мелкая, но приятно. Клюет интересно, как большая. О, как она. И вот эту достань, если сможешь. А так оставим, может, на рассаду. Вырастим, выкормим. Все. И будет она у нас не 300 грамм, а 3 килограмма. Ну вот и все. Еще одна есть. Сейчас подожди. Самого бы не свалиться туда. Вот она, боится, хочет. Вот. Все, что есть. Сыпь на эту сторону, Ленечка. Давайте еще. Вот. Мы тоже увлекаемся спортивной рыбалкой. Чего? Ну ладно, ладно, какая плотва, Дим? Ты-то чего говоришь? Ну ладно, всем добра.